Не надо никаких лишних звуков. Еще раз, стоп. Все сосредоточились. Еще раз, попок. Здравствуйте, дорогие друзья, наши коллеги, наши пациенты. Сегодня мы находимся в Центре лазерной хирургии в Москве. Всем нашим коллективам, которые работают в нашем центре, это и колопроктологи, и флебологи. Вы всех их прекрасно видите. Сегодня мы хотим и собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с Новым годом и Рождеством. И хочу вам представить каждого из коллег. Соответственно, это, конечно, Авсеп Петросович Манджикян, да, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, который очень много лет уже занимается флебологией, и он один из известных спикеров в мире по вопросам флебологии. Андрей Румянцев, это и хирург, флеболог, который узнает многие пациенты в Москве. Он сделал большое количество радиочастотных облитераций на сегодня. Конечно, это Андрей Жердев, да, тоже достаточно известный флеболог для московских пациентов, да, потому что он очень долго, более 25 лет работает в коммерческой флебологии. Он, кстати, является президентом такой организации флебологической, как PFU. Соответственно, конечно, это Кирилл Капралов. Это также один из таких достаточно известных флебологов в Москве и Московской области. Он также более 20 лет занимается вопросами флебологии. И, конечно, это наши замечательные проктологи. Это Никита Кириллович Жижин, да, кандидат медицинских наук. И тот человек, который, собственно, начал лазерную колопроктологию на сегодня в Москве. И, конечно, это Мария Николаевна Шкиндерова, да, которая, собственно, тоже занимается колопроктологией много лет. И она, в частности, занимается эстетической проктологией. Конечно, я хочу сказать, что за этот год прошло очень много разных событий, да, интересных в области флебологии, проктологии. Я хочу, чтобы абсолютно все наши коллеги поздравили всех вас, кто нас сегодня смотрит, с наступающим Новым годом и Рождеством. И первое слово я предоставляю, конечно, Авсепу Петросовичу Манджикяну. Дорогие друзья, коллеги, очень рад иметь возможность поздравить вас с наступающими праздниками. Я желаю вам здоровья, благополучия, счастья в семье и хирургической удачи. Спасибо, Авсеп Петросович. Сейчас мы предоставим слово Андрею Румянцеву, соответственно. Глубоко уважаемые коллеги, позвольте от своего лица, от лица моих коллег по Центру лазерной хирургии поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством, пожелать вам успеха как хирургического, так и личного в Новом году, и чтобы все наши желания совпадали с нашими возможностями. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Пожалуйста, доктор Капралов, Кирилл Евгеньевич. Дорогие коллеги, поздравляю всех. Всех вас поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством. Желаю счастья, мира в семье. И чтобы ваши пациенты тоже выздоравливали в ваших руках и на ваших глазах. Желаю удачи и счастья. Спасибо большое, Кирилл. Соответственно, Андрей Жердев, да, ваши поздравления. Дорогие друзья, коллеги, я очень рад поздравить вас с многочисленными праздниками, с наступающими. И пожелать вам и вашим детям, вашим семьям здоровья, конечно, здоровье – это очень важная составляющая. И всем удачи в профессиональной деятельности, всем рыбакам больших рыб, поимки больших рыб, и всем всего самого доброго и осуществления мечт. Спасибо большое, Андрей. Кирилл, пожалуйста, да, значит, наш Никита Кириллович, наш замечательный колопроктолог, то есть слово предоставляется уже нашим колопроктологам. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые пациенты, которые в этом году поправились, поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем, самое главное, здоровья, счастья в семье. И чтобы в нашей профессии и в хирургической профессии как можно больше было ярких и радостных моментов в следующем году. Спасибо большое, Никита. И Мария, конечно, ваше слово.
В свою очередь хочу поздравить всех коллег, всех врачей-колопроктологов, онкологов с наступающими праздниками. Наша профессия очень нужная, важная и, главное, интересная. И желаю от всей души всем карьерного роста и профессиональных успехов. Спасибо большое. Ну и, конечно, последнее поздравление от меня. Да, конечно, я поздравляю всех наших коллег и сердечно-сосудистых хирургов, и, конечно, колопроктологов, потому что в нашем центре сосредоточены сразу два направления. Да, и мы занимаемся и лазерной флебологией, и лазерной колопроктологией, соответственно. И, конечно, я хочу пожелать всем нашим коллегам здоровья, это самое главное, да, в наступающем 2020 году, как правильно заметил Никита Кириллович, это такой юбилейный год, соответственно. И я хочу обязательно пожелать добра, здоровья семьям и наших пациентов, конечно, потому что мы работаем только для наших пациентов, это в первую очередь. Мы все тут врачи, конечно, мы для этого, собственно, здесь и собрались. И хочу сказать еще одну вещь, что в новом году мы обязательно с каждым из этих врачей проведем очень интересное интервью, потому что каждый врач здесь особенный, да, это особая личность в определенной специальности, и мы будем очень надеяться, что вы будете смотреть дальше наши замечательные ролики для того, чтобы можно было понимать какие-то области более тонкие, да, как в флебологии, так и в лазерной проктологии. Спасибо огромное, друзья, давайте. С Новым годом и Рождеством! Ура! Ура!